Сегодня у Гомеля завершился республиканский семинар органов державного энергетического нагляду Республики Беларусь. Он проводился по инициативе Министерства энергетики на базе филиала «Энергонагляд РУП Гомельэнерго». Об чем шла размова, доведались наши корреспонденты. В ходе семинара обсуждались основные направления работы по профилактике электротравматизма, новые прогрессивные подходы организации таких мероприятий среди населения, на предприятиях и в учреждениях образования. На данном мероприятии мы делимся опытом. У нас наработано более 17 направлений по этой работе по электробезопасности, профилактике электротравматизма. На данном мероприятии приехали коллеги со всей республики, со всех областей, филиалов энергонадзор, начальники межрайонных отделений, начальники энергоинспекции, с которыми мы будем общаться, меняться опытом, перенимать опыт взаимодействия, работы в части снижения травматизма среди населения и потребителей юридических лиц. Местом проведения такого представительного семинара Гомель был выбран не случайно. Активная профилактика электрического и теплового травматизма в нашей области ведется с 2011 года, и динамика по всем направлениям работы сегодня уже абсолютно очевидна. Это касается в первую очередь сокращения количества бытовых и производственных травм и несчастных случаев. Уровень гомельского энергонадзора самый высокий сегодня в стране. Они внедряют передовые технологии, значит, новые подходы, новые формы работы и с потребителями, и с учреждениями образования, то есть это внедряются классы по электробезопасности, внедряются совершенно другие подходы в плане того, что изготавливается сувенирная продукция, которая основана на детских рисунках. Мы считаем это перспективным направлением, и поэтому именно здесь, в Гомеле, мы проводим данный семинар для того, чтобы другие филиалы республики могли оценить этот опыт, принять его. Кстати, работа с подрастающим поколением в гомельском филиале электронадзора – важное профилактическое направление. Только в 2017 году в областном центре открылись два класса по электробезопасности на базе 12 и 39 средних школ. Аудитории оборудованы наглядными пособиями, стендами и приборами, в разработке которых участвовали сотрудники энергонадзора. По субботам здесь проходят факультативные занятия по профилактике травматизма не только с детьми, но и их родителями. Юлия Хорошина, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».